Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И меня многие просили рассказать, как делать эффект застывшего предмета. И вот я стою перед вами и рассказываю вам. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь на меня в Ютубе и на меня в лайки. И, конечно же, посмотрите пример. 전진 шаг, который мы делаем всегда, поставим телефон на штатив или любое другое место, чтобы он не двигался. Начинаем снимать видео. Возьмем предмет, который вы хотите, чтобы он застыл. У меня это подушка. Я отойду немножко, брошу, посмотрю там, где подушка должна у меня была застыть. Сделаю щелчок, чтобы подушка у меня или упала, или исчезла. Но это уже как вы захотите. Берем предмет, у меня подушечка. Нажимаем продолжить и сохраняем как частное. Теперь можно приступать монтировать. А монтировать я буду в KineMaster. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Медиа. Добавляем наше видео, которое мы только что сняли в лайк. Вот оно. Нажимаем на галочку. Дальше мы находим, где наш предмет находится вверху, и разрезаем. Дальше выделяем вторую часть клипа. И слева у нас находится прямоугольник. Нажимаем на него и выбираем последний пункт. Наше видео продублировалось как слой. Этот слой у нас оказался сильно большой, и мы его сдвигаем до щелчка пальцев. Подстраиваем наш слой под наше видео. Мы выделяем его. Нажимаем прямоугольник в правой панельке посередине. Мы выбираем ту опцию, где находится наш замороженный предмет. Посрам правую часть с левой, чтобы было видно и меня, и замороженный предмет.
Давайте посмотрим, что у нас получится. Круто у нас получается. У нас предмет исчез после щелчка. Сохраняем наше видео. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No sense. Еще раз на стрелочку и сейв видео. Заходим в лайк, нажимаем снимать, добавляем наше видео, которое мы только что сохранили. Нажимаем продолжить. Увеличиваем его до нужных размеров. Добавить эффекты. Я выберу вот этот. По желанию можно добавить фильтры. Я ничего добавлять не буду. Пишем хэштеги. Снежана, снежок. Обязательно пишем. И пост. Ну что ж, ребятки, на этом все. Я очень рада, что я рассказала вам про новый трюк. Снимайте подобные видео, пишите хэштег «Снежана Снежок». Мне будет безумно приятно смотреть и лайкать вас. А теперь вы мне поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. И подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А на этом все. Мы с вами увидимся в следующих крутых видосах.